Я прошу всех, берегите лидера нации. И сегодня люди говорят, в этом человеке солнце. Пусть его нур сияние и дальше освещает наш путь. В 2011 году депутат Мажилиса Владимир Нехорошев славословил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Впрочем, медовая похвала в адрес Елбасы, похоже, негласный долг чуть ли не каждого казахстанского политика. К слову, звание Елбасы, что по-казахски означает «лидер нации», было закреплено за Нурсултаном Абишевичем законодательно. Так, с легкой руки казахстанских мажилисменов Назарбаев стал больше, чем просто президент. А еще бессменный лидер нации и вся его семья были освобождены от уголовной ответственности. В Астане появился музей президента. А сам Нурсултан Назарбаев не только стал героем ряда художественных и документальных кинолент, но и увековечен в бронзе при жизни. Вот уж поистине неприкрытый культ личности Назарбаева. Многочисленные звания, премии и заслуги бессменного лидера нации Нурсултана Абишевича чрезвычайно льстят самолюбию лучезарного. А совсем недавно историк Зиебек Кабулдинов предложил создать в стране государственный символ в лице самого Елбасы. Идея блестящая – подстать божественному нурсиянию Назарбаева. Однако политики и общественные деятели идею историка Кабулдинова назвали абсурдной. Мол, это всего лишь очередной акт сахарной лести в адрес тщеславного диктатора. Для меня это абсолютно абсурдная идея. Я считаю, что это инициатива его подхалимов, которые хотят из него превратить его в символ. За какие заслуги Назарбаева создавать из него государственный символ неизвестно. Он никогда не боролся за независимость Казахстана. Напротив, по мнению многих политиков, недавно, подписав договор о Евразийском экономическом союзе, Назарбаев и вовсе поставил под угрозу независимость страны. Он ведь не Нельсон Мандела, который 30 лет боролся, сидел в тюрьме, перестрадал, выстрадал, потерял здоровье, вышел на свободу и стал президентом ЮАР. Да? У него судьба у Назарбаева сложилась совсем иначе. Он как сыр масло катался в советское время, был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. А после того, как Казахстан приобрел независимость, стал президентом страны. И я, например, в нем не вижу символа. Он не мученик, а человек, которому везло. Иными словами, Нурсултан Назарбаев – баловень судьбы, которая не только сделала его пожизненным президентом, но и как следствие обрекла казахстанский народ служить интересам миллиардера-диктатора. Хотя президент должен был бы быть слугой своего народа.